Жена Леонида Ярмольника в срочном порядке госпитализирована. Оксана Афанасьева заболела еще 2 недели назад и все это время занималась самолечением. Супруга знаменитого актера в срочном порядке была госпитализирована. По информации, полученной журналистами, женщина заболела в 20-х числах октября и списала недомогание на обычную простуду. Оксана занималась самолечением, но лучше ей не становилось. В итоге у дамы развилась двусторонняя пневмония. Серьезное воспаление спровоцировал коронавирус. Врачи были вынуждены госпитализировать женщину. Теперь ей предстоит долгий курс лечения. Поклонники актера уже выражают поддержку семье в социальных сетях и желают Афанасьевой скорейшего выздоровления.